Праздник урожая состоялся накануне в селе Верхнеколымск. Первые удачные попытки по выращиванию овощей на этой приполярной территории были предприняты еще местным священником в середине 19 века. И судя по выставленным в этот раз образцам сельхозпродукции, жителям села до сих пор удается обманывать природу. К тому же это очень ценная альтернатива дорогим овощам из магазина. Урожай получился в этом году хороший. Растет у нас все, начиная от картофеля, моркови, заканчивая арбузами, земляникой, клубникой. Дети наши сыты, рады, обеспечиваем полностью свою семью и хватает даже немножечко продать.